с вами еще раз произнести тост на самих великих, на самих достойных, на самих всеми уважаемых людей, которые, несмотря на то, что они в небесах до сих пор поклоняются их делам, что говорили, что они мыслили и что не свершилось, это самая главная честь для не только воровского мира, но и всех его друзей. Они всегда говорили про мир, про любовь, про искренность, про преданность. Поэтому те, которые мы остались, я не только ваш друг, я ваш соратник. И, конечно, другие. Но без меня, без вас, не состоится. Сами да. Дорогие мои, вот вы представляете. И я творческий человек. Какое мое понятие, что там по-моему. Я это прекрасно знаю. Он все время себя представлял защитником всех простых народов. Поэтому он народ любит. Поэтому его народ любит. Поэтому 5 тысяч, 10 тысяч или сколько, 20 тысяч человек были на его похороне. Разве это не так? Хорошо, рад вам. Я обязательно встречу. От души, брат.